Самовар тапшыру. Бу күңіл ашу форматы. Қонақ шығару темасы турында тапшыру башланғанша қадар білмей. Аның бұрышы сынауны интуицияны көрсету. Һәм мүмкін қадар татар дүниесі турында сөйлеп жіберуге керек. Всем привет, меня зовут Аделя. Я студентка первого курса Российского университета транспорта. Сегодня я на передаче «Самовар». Расскажу вам про зарубежные татарские диаспоры. Я буду угадывать и рассказывать вам про страны, зная численность диаспор в этой стране. Итак, начнем. «Самовар». Первая диаспора у нас 300 тысяч человек. Это самая большая зарубежная диаспора. Она находится, как мне кажется, в Узбекистане. Это тюркская страна, близкая нам. Татар там любят. Ну и мне кажется, там жить хорошо, поэтому татары там остаются. Следующая диаспора в 200 тысяч человек. Тоже достаточно крупная. Находится она в Казахстане. Казахстан — это тоже близкая нам страна, это братский народ для татар, и отношения у нас с ними хорошие. Следующая диаспора у нас 75 тысяч человек. Тоже одна из самых больших, и находится она... Следующая диаспора 60 тысяч человек примерно. Это, скорее всего, Азербайджан. Тоже близкая нам страна. У жителей этой страны очень хорошие отношения с татарами. Страна эта достаточно теплая. Там хорошо жить, и мне кажется, поэтому там много татар. Следующая диаспора у нас 50 тысяч. И это, наверное, пусть будет Турция. Это тоже тюркская страна, близкая нам. У нас, кстати, с турками очень похожие языки, похожая культура, та же религия, поэтому... Мне кажется, татары охотно живут там. Следующая диаспора 29 тысяч человек. Тоже, мне кажется, они где-то рядом с нами. Это пусть будет Таджикистан, тюркская страна. Там тоже очень хорошо, очень тепло. Следующая 11 тысяч. Небольшая диаспора. Мне кажется, это где-то в Европе, не очень далеко от России, не знаю где. Следующая 10 тысяч, диаспора небольшая, и, скорее всего, это США. Это IT-столица мира, и, мне кажется, многие татары едут туда для развития бизнеса, для продвижения. Ну и условия жизни там хорошие, поэтому татарам нравится. На этом все. Я постаралась по максимуму угадать и рассказать вам про зарубежные диаспоры. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Всем пока!